извините, пожалуйста, что... Мы очень рады, для нас очень большая честь вас принимать. Полиночка, Полиночка, иди сюда, вот тебе такой, если мама разрешит, компьютер здесь. О, какой Миша. Здравствуйте. У нас два дворя, а в саду тропинка. Вот так надо. Молодец. Каждый нашел свое. Да. Сладкий, потому что прянички. Здесь вопрос, да? Только первая зима. Все отлично. Мы как-то, честно, особо вообще не почувствовали мороз. Это наш Путин. Это каждый тунт ребенок. Можно сделать с вами фото? Талисманы. Мы эти талисманы делаем со школьниками. Ух ты. Ярослав. Сколько ему сейчас? А, Ярослав, сколько ему сейчас? 4 годика. Продолжение рода. А значит, продолжение нашего народа. Большой, многодетной семье, где всегда помогут и поддержат. Да, все в порядке. Может, надо, чтобы вас было видно. Выше основная фотография. Как выглядят наши пикетные точки. Вот это пикетные точки, которых по стране у нас 1000. Приходят ребята-волонтеры наши, с ними разговаривают. И если пожилые, мы... А вот это, чтобы вы знали, а вот это... Как... Вот это пикетные... Неответственная зона. Вот поэтому вот... Каждый человек приходит и говорит, передай. Инстинкты! Как это ваше? Понравилось? Да. На всех нос и за и вообще не принято. Нравится лошади вот. А сейчас... А где ты ходила? Мы так и делаем с вами. Рождество один из самых... Это было очень здорово, то есть у меня ребенок, он хотел заслуженно удивить. Принесешь ему дары, золото или вонеса. Храм. После революции в Усове Ское и Усово своей супруге Марии Александровне. Потому что развиваться крупным, особенно чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был. Спасибо вам. Да, пожалуйста. Извините за грубость, но можно я воспользуюсь случаем как-то уверенно ответить на... Нам дали конкретные задачи по созданию мобильных роботов, чтобы... В нашей стране. А если такие люди, как вы, молодые, сами делаете эти игры, вкладываете в контент... Всем, с кем вы работаете, вы сердечно, душевно и гражданский долг, всем передайте самые лучшие пожелания и слова благодарности. Гордо за наше движение. Владимир Владимирович, разрешите служит вечным символом братства и единения всех юнормейцев, где бы они ни находились. Спасибо. И всем его боевым товарищам. Владимир, спасибо. Пограничного института Российской Федерации ФСБ с факультета спецназа. Можно еще Владимир. Карьерный форум, который будет здесь проходить в Москве 17 февраля на День студенческих отрядов. Снимаем. Спасибо. Что, конечно, все, что... Мои друзья в самых разных городах России, которые готовы делиться творчеством с людьми, с народом.